Так, куча ребятушка. симуляторов. И всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, Серега, как всегда, отличное настроение, Сережка, поздоровайся. Всем привет! С названия ролика вы уже догадались, что сегодня мы играем офигительную карту, хоррор, которой не было на канале больше месяца. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем проходить хоррор. Давай, падаем. О, меня ты пэкнула сразу. Воу, прикольно, люблю антуражные карты, делаем реально погромче, как сказал разработчик. И начинаем ходить. А ну, сзади тебя, Серега, дверь открыта? О! Не, закрыта. Отлично, идем, у нас есть вот такая штуковина. Опа, страшные слышал? Звуки. Да. Еще громче сделаем, чтоб прям вообще слышно. Это ты? Нет. Нет, это на карте. Ну, ты уже там, знаешь, когда говорят сильно тихо вести себя, начинаешь все скидывать. Так. А все прогорело. Попало. Так, ребятушки, не забываем ставить лайкосик, подписываться на канал. Ролики выходят каждый день. Что-то я нажал. Что я нажал? Так, эту. Поломалось, короче, электричество хотели включить, но, ребята, что-то не получилось. Продолжаем. Так, здесь закрыто. Напишите в комментариях, пройдем мы эту карту или нет, потому что написали там в описании к этой карте, что карта тяжелая. О, тут мы не были. Я ключ нашел. О, это хороший знак, Серега. Давай я его, может, проверю на той двери. Давай, идем. Слышь, там уже кто-то что-то делает. Нет. Так, бери ключ, пошли сюда. Ребята. Куда, куда? Сюда, сюда. А, вон, вижу. Да, тут новая локация. Внимательно. О! Ну, попробую ногой ударить. О! Че, давай, сейчас, подожди, я тут пройдусь. Может, все-таки сюда? Нет, тут все. Тупик. Ты опа! Вентиляцию? Трупейшн ли... А! Ёкала-манекала! Да, блин, чувак встал и испугал меня, трупейшн лежал. А тут лифт есть, Дима, какой-то. Да-да-да, сейчас, подожди, я тут пройду все. Посмотрим. Блин, вот это был нормальный скример, мне нравится. Уже интересно. О, я вижу к тебе. Иду к тебе. Все у нас по красоте. Убираю это бочки, они мешают. Так, я ключ взял. Значит, нам надо сюда. Видишь? Тут лифт есть. Ай, бочка. А, так он, думаешь, он рабочий? Ну, попробуем ключ. Можно понажимать там, наверное. Ну, Серега, понажимай. Давай. Уже вызовется? О! Отлично, опа. Молодец. Чё здесь такого? Крючки здесь патроны. Висят? Так, бери, Серега, патроны. Давай сюда. Для дробовика. Отлично. Где ключ? Вот ключ. Газ! Дима! Смотри! А там кто это... такой? Дробаш бери, патроны есть? Нет. А стрелять не матчем? Нет, только патроны были. А вот граната есть, бери гранату. Вот на полочке граната лежит. Кидай. Меня убили. И тебя я убили? Тоже, да. Так, а где же ключ теперь наш? Ну там валяется, где мы сдохли. Так, отлично, ребята. Вот дубль 2. Может, спаун тут поставим? Не, думаю, не надо. А, кьюш не работает, мы не можем спауны ставить. Газ открыт. Так, очень так все прикольно сделано. Давайте изучать. Патрончики. Пистолет. О! Патроны еще, Серега, бери. Один из нас будет кто-то стрелять. А ты знаешь? О, замок! Это? Замок, смотри! Ключ подошел. Подошел? Ну да, я когда поднес до замка. Ой, у меня револьвер. Да, вроде. А ну ключа тут точно нигде нету, да, он исчез. Получается, ключ был для того, чтобы сейф открыть. Продолжаем, ребята. Мы вернулись обратно. А как раз мы вышли из той двери, которая была закрыта. Тогда я знаю, куда нам надо. Нам надо вентиляцию, я так понял. 100%, ты угадал.
А Дима, ты смотри, а там что-то сверху есть. Видишь? Может туда да. тоже надо? А мы туда не попадем. Давай. А вот ящики. А, давай, ну только стекла что не бьются? Они бьются, получается можно пролезть. Давай, я тут внизу жду. Каш, туда можно идти или нет? Ща, надо ящичек взять. Опа. Я возьму один ящик. Так. Ну-ка, Серега, что там? Двери открываются? Нельзя туда залезть. Да, туда, кажется, да, нельзя залезть. Так, Серега, я туда лезу в вентиляцию. Давай. Блин, сейчас, ребята, будет, наверное, скример, я чувствую, как всегда во всех хоррорах. Сзади? Сзади, мне так спокойнее, а то одному как-то очково. Ого, длинные. Вентиляция. В конце скример какой-нибудь. А по-любому так и будет. Я вот чувствую, что что-то будет, но очень длинное. Никого? Никого. Чё-то я своих шагов не слышу. А, во, слышу. Оно как-то пропадает периодически. Что-то вдалеке вижу. А! Вы дураки! Да блин, у меня штаны чуть не слетели. Хотя сижу в шортах. Да блин, это реально, говорит, громче сделать. И сделаю, у меня уши повытекают так. Так, вижу какой-то предмет стрёмный. А не, это горелка. А, нам сейчас надо будет вниз. А давайте попробуем ее. Ого, там глубоко. Давай идем. Опа, трупейшн. Так, он мертвый, я ему голову прострелил. Опа, его утащил кто-то. Серега, утащили труп. И куда же? Не знаю. Вот сюда резко. Давай посмотрим, куда его утащили. Так, его нету здесь. Побежал. Так, вы где, подлецы? Патроны лежат. Подлецы, храбрецы. Так, Серега, идем сюда. Иду. О, я слышу, что-то тут... Так, водичка не выпадет нам? Закрыто. Эй, вы чё, жлобы? Да открывайте. Ого, там завалено вещами. Дроба ждали, Серега. Это неспроста. Тут свет есть, на удивление. Ништяк. О, туалетные кабинки открываются. Давай проверим. Никто там не сидит на туалете. Пусто. Так. О! Нам, наверное, туда надо будет. А давайте попробуем вентиль покрутить. Не крутится? Дверь закрыт. Что там? Ведро мешает, вонючее. Что, я лезу, да? Эй. Так, ломаем все. Опа, машина здесь. Аптечка. Тебе надо аптечка, не? 100 хп. Так, это что у нас? Замок. Нам ключ надо. Здесь. Нам, Серега, надо ключ. Ключ? Да. Ключ на 9? А может в машину аккумулятор надо положить? А не, ключ, который открывает все. Что-то мы, наверное, пропустили, да, Серега? Так, где-то здесь... Вот, тут, наверное, мы пропустили ключ. По любасу. Так, закрыто. Там дверь, тут мы будем. Сюда сходи, а я обследую другую местность. Может, что-то найду, тебе сразу скажу. Ой. Оп. Это что было сейчас? А ты где? Я. Знаешь, куда, Серега, пойди? Куда? Машина там, смотровая яма. В яму прыгни, где машина стоит. Понял. Давай, я тебя тут жду. Тут вообще стрёмно. Воу, здесь очень прикольно. Музыка такая стрёмноватая. Но у нас двоих телепортирует. Так, мы ищем, да? Вроде бы. Ребята, очень стрёмная карта. Посмотри на... Опа. Сейчас будет скример, да, в конце туннеля, не? Блин, я уже боюсь. Каждый раз готовлюсь. Мне чуть не понравилось это рычание, которое там сзади, ну, впереди было. Ой, я так прыгаю здесь. Слышь, назад уже... Мы в вентиляции с тобой оказались или... А ну да. Давай, иди куда-то. Да? Да блин, это что-то вообще странно. Короче, я назад вернулся. А ну еще раз. О, уже нормально все. Так, может, откроется эта штука?
Мне надо ключ искать. Так, давай, а если мы удалим замок, что будет? Нет, а ну если мы удалим дверь? О! Прыгаем. Прыгаем. И чё? Слазим. Так, подождите, а где мы оказались? Мы оказались на скоростном шоссе. Да не, это какое-то... Не знаю, как парковочное место или что это. Нет. Чё-то не похоже. О, сюда, сюда нам. Опа. Так. Здесь кнопка какая-то. Серега, сейчас будет скример, я тебе говорю. Сюда делают... Нажимается? Нет. Давайте сюда побежим. Ребят, мы прыгаем, эту карту пройдем. Чё-то я не знаю. Как-то страшновато. Тогда карта запутана. Давай я уже пройду сюда до конца. Так, 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 так. А вот еще есть... А, нет, это не дверь. Блин, стрёмная карта, я тебе скажу, Серега, стрёмная. Нервишки щекочут. Тогда... А что ж делать? Проигрывать. Ну что, скример будет или нет? Мы бежим, бежим. О, вот еще выход. О! Ну там звук. Ты слышишь этот звук? Да. Это как будто металл это, ну, гнется. Как будто трубы катятся. Так, и что, да, мы целый круг просто нарежем и все? Не. Мы там... Опа. Вон, видишь, что-то красное? Так, я вижу. Это фонари, наверное, врубить можно. Фонари головы. О! Выход. О! А у меня нет ни оружия, ничего. У меня все забрали, Серега. Забрали? Да, ни монтировки, ничего нету. Ну, значит, я буду по вытарем. Так, я иду до кнопки, нажимаю ее. О, монтировку нашел. Аккумулятор надо сюда, Дима. Ты думаешь? Да. А как же мы его взяли бы сюда? Если нас телепортировало фиг знает куда. Не, мы сами спустились. Так это только свет был бы, оно бы ничего нам не изменило. Точно? А может это что-то того бы все-таки? Не-не-не, я прям чувствую, что не. Потому что здесь открыто. О! Ты пароль знаешь? Нет. Я не знаю пароль. А как мы надо его узнаем, этот пароль этот, а не узнаем никогда? Надо узнать, ну, не просто так же здесь эти кнопки делать. Все, Серега, я узнал пароль, иди заходи. Бегу. Я иду, а потом посмотрю, что там, скажу. О. А где ты? Я здесь. Я тебя не вижу. О, вижу. Полезли. Ах ты, дарабаха! Да ну зачем такие скримеры жесткие? Это наказание тебе за то, что ты слишком быстро угадал пароль. Опа. Слышишь этот звук? Вот кто-то лезет. Лопата не надо? Лопата. Лопата была у тебя, Дим. Так, 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 так. Интересные звуки. Давайте попробуем открыть, что здесь. О, тут что-то... Дробовики. Отлично. Вот что за звуки были. Дробовики дрожали, боялись нас. Такое ощущение, Серега, что нас готовят к тому, что будет босс. Мясо. Так, это что у нас? Житушка. Вон вентиляция сверху. Тут закрыто? Дим, вентиляция сверху. Ага, вижу, вижу. На тебе коробки. Во, отлично, теперь залезем. Сейчас я эту одну на одну поставлю. Надо еще одну коробку. Да, даю. Серега, сейчас будет скример по любасу. Я не боюсь. Я тоже. Я на унитазе сижу сейчас. Ты уже готов, да? Да, вот я хочу, готов. Чтобы, ребята, Сереге прилетел скримачок небольшой. Чтобы он понял, как это оно. Так. Разветвление налево. Куда? Направо. Пойду налево. Да? А я направо давай. Там, если что, Был скример, да? Отлично. Моя мечта сбылась. Так, я спрыгиваю вниз. Так, где ты? Теперь в другой комнате, получается, в какой-то, да?
Так. О, привет. О, блин, я испугался тебя. Так, что у нас тут, очки? Тоже дверь открыта. О, слышу, кто-то кричит. Симулятор дверей. Серега, тут миллион дверей. А! Зомби, зомби! Сейчас зарядится, зарядится. Серега, по мне не стреляй только. Отлично. Хедкраб. Ты слышишь? Дерьмо собачье. Я взял что-то. А, револьвер взял. Ревик. Отлично. Берем дробаш. Так, уже концовка, я так понимаю. Просто вот-вот уже. Поэтому нам дают всяких NPC-шек. Угу. Закрыто. Так, ребятушка. Придурейшин! Ну зачем же так пуга... Мы прошли карту? Да. Ребята, прикольная карта. Мы с Серегой старались. Да вы задрали! Да сколько можно! Это ты делаешь? Нет. Ребята, если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, поставьте группу ВКонтакте, в Инстаграме, в ТикТоке. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще.